от скандала между экс-супругами Бородиной и Курбаном Омаровым не стал в стороне Май Абрикосов. Настоящее имя Роман Тертишный. И он говорит, что видит в выпадах Курбана в отношении Бородиной и Трофима все это сопряжено с деньгами. И он видит, что ему не столько важна любимая женщина, мать его ребенка, а важен комфорт, важен кошелек Бородиной. И самое главное, гелик, на котором будет кататься Трофим. Ужас! Дожилась Ксения до такой ситуации, что она стала не важна, а важен ее кошелек. Так высказался Май Абрикосов. Роман Тертишный, да. А этому экс-Курбану Омарову как раз пропиариться на этом скандале очень хорошо. Так что он пиарится, подписчики у него прибавляются за счет вот этих скандалов. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Если кто хочет помочь пенсионеру, внизу под роликом есть расчетный счет. Присылайте денежки, потому что пенсионеру тяжело живется. Монетизацию отключили, а я хотела поправить свое пенсионное обеспечение. У меня пенсия 8000. Дрова стоят тоже 8000. Доплачивают где-то 2 с хвостиком. Вот на все остальное у меня остается 2 с хвостиком. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии.